Мирного времени суток, мои дорогие, уважаемые подписчики, гости канала, уважаемые коллекционеры, любители истории старины. Вы, как всегда, на моем скромном канале старины и антиквариата «Что в старой шкатулке?». Меня зовут Руслан, всех приветствую, мира вам, добра, хорошего настроения, крепкого здоровья. Сегодня у нас новое видео, новый обзор. Вы знаете, друзья, что каждый день стараюсь снимать для вас что-то интересное. Это мои походы на пункты приема металла макулатуры. Спасаем историю от утилизации, ну и работаем с населением. Итак, пару дней назад забежал я на пункт приема металла макулатуры к нашему уважаемому Василию. Он знает, что я коллекционер, что я собиратель, что я любитель таких вот интересных старинных предметов. И он мне продал вот такие вот замечательные, старинные, добрые веса с доброй славной историей. Это наша история, друзья мои. Ну и самое главное, что веса в отличном, хорошем, добром состоянии. Они в рабочем состоянии. Смотрите, все работает. Прошло уже более 100 лет, а они как новые. Веса на 10 килограмм. Такая вот станина чугунная, тяжелая, друзья. Вот кто-то вот покрасил, видите, непрофессионально. Но самое главное, что они рабочие. Самое главное, что они целые. Такая вот латунная шкала здесь. Ну и, к сожалению, нету тарелок. Но все это можно купить на аукционе Виолити. Все продается, друзья мои. Пожалуйста, вот такая вот музейная вещь. Классные веса. Начал, конечно, я интересоваться этими весами. Интересоваться историей. И нашел в интернете информацию по этим весам. Это польская фабрика весов Weber Dene & Co. Была основана она в 1883 году, и изначально в ней трудилось всего 20 рабочих, друзья. Качественная и надежная продукция быстро стала пользоваться спросом у населения, и компания стремительно росла. В начале 20-го столетия фабрика переживала свой рассвет. В то же время коллектив насчитывал уже более 500 человек, и в 1911 году годовой оборот компании составил 1 миллион рублей. Очень большие деньги. Также компания делала веса, маленькие аптечные веса, ну и самые большие такие торговые веса для нашей необъятной родины. Замечательная, добрая, отличная покупочка, друзья. Ну и здесь вот, видите, здесь есть клеймо. Немножко здесь нечитаемо, потому что краска вот залита. Ну, я думаю, что вещь зачетная, вещь интересная, славной и доброй истории. Давайте вот так вот их посмотрим с разных сторон. Видите, такая вот здесь внутренняя жизнь у них. Вот такие вот замечательные, добрые веса польской компании, фабрики весов Weber Dene & Co. Все, мои дорогие, будем прощаться. Всем мира, всем добра, всем хорошего настроения. Смотрите канал «Что в старой шкатулке». Не забудьте подписаться, потому что впереди у нас, друзья мои, очень много чего интересного. Это старинные предметы, это мои походы на пункты приема металла макулатуры, это и фалеристика, нумизматика, бонистика, также покупки у населения. Собирайте, коллекционируйте. Всем мира, всем добра, всем крепкого здоровья, всем жму руку, удачи, до новых встреч. Берегите себя, друзья. Собирайте, коллекционируйте. Удачи, до новых встреч. Пока.